Здравствуйте, меня зовут Евгений, я менеджер салона гитары комплектующих Маэстро. Это небольшой видеообзор одной из наших черенговских гитар. Вот. Ну, что тут сказать. Довольно обычная, хорошая черенговская гитара. Из модификаций здесь два болта в струнодержателе, дабы его не оторвало. Потом болт есть в грифе, чтобы... Ну, это крепежный элемент. И плюс, чтобы регулировать расстояние струн до грифа. Металлические струны. Колочки. Все дела. Ну, в принципе, инструмент нет, не имеет трещин. Хотя нет, одна есть. Но она проклеена. Это не страшно. Вот. Давайте послушаем звук.